В одном монастыре жил некогда старец, духовной жизни человек. Он принимал исповедь братии, был ее духовником. Подвязался здесь и послушник, который мечтал поскорее стать монахом. По благословению он охотно проводил экскурсии и непременно рассказывал паломникам о красоте монашеского подвига. Жила при обители и блаженная. Бог часто открывал ей судьбы человеческие, правда, она это скрывала и выдавала себя за простую нищенку. Монах должен быть как птица небесная. По слову Спасителя, он не сеет, не жнет, но сам Господь его питает. Монах не должен иметь попечения ни о чем земном. Главная его задача – это спасение и молитва за весь мир. В этом и заключается красота монашеского подвига. На этом наша экскурсия закончена. Спаси, Господи. Спаси, Господи, помилуй его. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Подождите. Как это вы сейчас красиво все рассказали? Редко найдешь человека, чтобы так все понимал. Знаете, я своим соседкам все время говорю. Ну, сходите в монастырь. Ну, вот же он, рядом. А они нет. На дачу огурцы сажать. Эх, только о земном и думаю. Только о земном и думаю. А у вас такой талант. От Бога талант, это я вам точно говорю. Ой. Спасибо, Господи. Ой, вот-вот-вот. Дар слова. Спаси, вам Господи. Надо книги писать. Спасибо, Господи. Особенно мне понравилось, как вы глубоко сказали про красоту монашеского подвига. Как птицы небесные спасаться и молиться за весь мир. Думаю только о земном, а у вас такой талант. Редко встретишь человека, который бы там все понимал. А у вас такой талант, редко встретишь часы талант. Ты на часы смотрел? Что? На часы смотрел? Что? Извините. А что? Да полчаса машина стоит, ее разгружать надо. А ты тут языком трепишься. Так я же на послушание. Да ну это послушание, языком трепаться. Языком трепаться? А ну попробуй. Сам ты, небось, и двух слов не свяжешь. Ну, давай, изреки, а? Слушай, ты прости меня. Пойдем лучше трудиться. Благословите, батюшка. У тебя какое послушание? Ну вот, вожу экскурсии, рассказываю про обитель, про монашество, ну и как благословят. Завтра благословляю тебя идти на кладбище. Угу. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. И как увидишь, что покойника несут, угу, поноси его самыми последними словами. Это ругать, что ли? Обзываться, бронить, все, что в голову взбредет. Спасибо, да, Господи. Да вы что, батюшка? Да как я это смогу? Бог благословит. А? Батюшка. Совсем из ума выжил наш духовник.
ругайся. Да как можно на покойника ругаться? Я что, дурак или болящий такое исполнять? Ой, а благочинный туда же. Я ему одно, его как заело. Раз батюшка благословил, значит, иди. Да что же это такое? Ай! Ай! О! Тоже на послушании. Так ведь со смыслом. Таскают. Не, лучше мешки с мукой таскать. Не пойду я на кладбище. Ой. А что я на исповеди скажу? Почему ослушался? Скажу, что духовник из ума выжил. Ага. Вот тут-то мне и пятимью-то и наложат. Ой, придется идти ругать. Чушь какая, а? Господи, благослови. Фух. А может, и принесет сегодня, и никого не привезут. Не каждый же день здесь похороны. Сами здесь схоронят. Ой, может, другие похороны подождать? А вдруг не будет? Как же его ругать-то? Господи, благослови. Фу. Это был плохой человек! Тот, которого вы хороните! Ужасный, злой! И вообще, негодяй был. И как только земля носит таких, а? И не пожелаешь мир праху его, и не скажешь, земля ему прахом, то есть пухом. Ты что, монах? Перемолился? Ой, батюшка, да за что же мне такое благословение? Это что, опять на кладбище? Опять? Только теперь не хули, а хвали. Превозноси. Говори, какой распрекрасный был человек. Батюшка, а может, не надо? Может, пусть вначале заживет? Ничего, ничего, не страшно. Так иди. Да что же ты такое, а? Ты зачем в монахи пошел? Ну, зачем? Ну, чтобы спасаться, чтобы молиться за весь мир. Так вот, если хочешь быть настоящим монахом, запомни, послушание превыше поста и молитвы. Батюшка, благословите. Батюшка, благословите. Батюшка. Прости, Господи.
То хвали, то хули. Так ведь могут и того пристукнуть. И зачем я в монахи пошел? Жил бы себе нормально, как все. Молился бы полным правилам, в храм бы ходил. А так, выполняй волю из ума выживших. Не-не-не-не-не, уйду. Уйду, точно уйду. Уйду в мир. Фух. Точно уйду. Ага. Превыше поста и молитвы. Фух. Пронесло. Прости, Господи. Не, что там в этом миру? Миру не то. Грех один. Господи, прости. Господи, спаси. Оля, прости. Ой. Хвалил? Хвалил, отче. Ну и что, покойник? Что-нибудь отвечал? Благодарил, может? Нет, отче, ничего. А когда ругала? Покойник что ответил? Обиделся, может, или ругаться полез? Нет, отче. Молчал? Молчал. Молчал. Вот как. Вот так и монах. Хвалят его или ругают?